Привет, друзья! Bluetooth-наушники в последние несколько лет существенно потеснили традиционную проводную гарнитуру. И я уже рассказывал о парочке моделей, ссылки на них я оставлю в описании. В сегодняшней моей подборке можно будет найти беспроводные наушники на любой вкус. Главным критерием выбора для многих, как и для меня, традиционно является соотношение цены и качества. Чтобы вам не мучиться при выборе, я, изучив характеристики и отзывы покупателей, подобрал для вас самые лучшие из лучших и, конечно же, старался, чтобы цена их не зашкаливала. Все эти наушники вы с легкостью сможете найти на просторах AliExpress. Ссылок на них я оставлять не буду. Эти модели по отзывам долго работают, классно играют и удобно сидят на ушах или в ушах. Но давайте разберем подробнее каждую модель. Поехали. Гвоздем нашей программы являются беспроводные наушники от Xiaomi Mi AirDots. На днях случилось то, чего многие давно ждали. Состоялся анонс прямого конкурента Apple AirPods и Huawei FreeBuds. Есть одна важная особенность. Они более чем в 5 раз дешевле аналогов от данных производителей. Новинка стоит в Китае около 2000 рублей, и вы уже можете их себе заказать. Наушники белого цвета в форме затычек, которые отлично отсекают внешние шумы. Внутри каждого из наушников находится батарея емкостью 40 мАч. Одного ее полного заряда хватает на 4 часа воспроизведения звука при громкости выше среднего. За подключение к смартфону отвечает технология Bluetooth 5.0. Обязательно себе их закажу и сниму полноценный обзор, поэтому подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Совсем свежие, представленные весной 2018 года, беспроводные наушники Meizu Pop выглядят футуристично благодаря переливающейся круговой подсветке, которая является одновременно индикатором уровня заряда встроенных аккумуляторов. Подзарядить гарнитуру в случае необходимости можно до 4 раз при помощи портативной док-станции с поддержкой технологии беспроводной зарядки. Еще одни беспроводные наушники с док-станцией от известного бренда. Вес каждого наушника чуть более 5 грамм. При этом их можно использовать по одному, как Bluetooth-гарнитуру. Портативная зарядная станция продлевает жизнь наушников до 12 часов. Управление производится всего одной большой кнопкой. Самый популярный вариант из нижнего ценового сегмента. Массивные наушники с металлическим оголовьем плотно прилегают к ушам и очень хорошо изолируют от окружающих шумов. Заявлен широкий диапазон частот. Используется система двойного активного шумоподавления и технология векторного потока для усиления басов. Для зарядки наушников используется порт USB Type-C, кабель в комплекте. Батареи хватает на 16 часов активного использования со средним уровнем громкости. Еще одна модель, отличием которой является небольшой вес и удобство ношения. Следует также отметить поддержку технологии aptX от Qualcomm, которая обеспечивает передачу звука по Bluetooth с минимальными потерями качества. Беспроводные наушники Xiaomi имеют узнаваемый фирменный дизайн в минималистичном стиле и удобный в использовании. Здесь также поддерживается Qualcomm-овская технология aptX, а качественный чистый звук обеспечивается 40-мм драйверами. Батарея емкостью 400 мАч обеспечивает до 10 часов музыки и 8 часов разговора. Качество данного девайса от JBL гарантирует легендарный музыкальный продюсер и композитор Квинси Джонс, чье имя указано в названии. Помимо звука, наушники радуют стильным дизайном и мягкими подушками с эффектом памяти, которые привыкают к владельцу и не вызывают болевых ощущений в ушной раковине при длительном использовании. К слову, слушать музыку в JBL Quincy Edition можно до 20 часов кряду без подзарядки. Популярная бюджетная модель, одним из преимуществ которой является активное шумоподавление в качестве опции, а не постоянно работающей функции. Включается оно специальной кнопкой. Такой подход позволяет эффективно экономить заряд аккумулятора. Поставляются наушники с удобным чехлом в комплекте. Также имеются кабель для зарядки и провод с 3,5-мм коннектором. Еще одни недорогие лопухи с приличным звуком и стильным дизайном с глянцевыми амбушюрами. На выбор имеются две спецификации с активным шумоподавлением и без. Разница в цене составляет около $10. На основном ухе присутствует регулятор громкости с LED-индикатором, AUX-порт, чипы NFC и Bluetooth.
и микрофон. С другой стороны расположен порт microUSB для зарядки встроенного аккумулятора. Весит гаджет немного и не напрягает уши, при этом заявлено до 30 часов активного использования без подзарядки. Несмотря на наличие больших 57-мм драйверов, данная гарнитура смотрится не столь массивно, как большинство 40-мм моделей, а также имеет довольно низкий вес за счет легкого каркаса из алюминия и титана. Покрытие амбушюр и оголовье выполнено из кожзама, на выбор представлены два варианта расцветки. Связь с телефоном осуществляется посредством Bluetooth 4.2, используется активное шумоподавление, а также фирменная технология BlueDio Vector Flow Technology. Главная фишка наушников – наличие оголовья, которое лежит на шее пользователя. Такая конструкция позволила инженерам сделать сами вкладыши ультралегкими за счет выноса пульта управления, модуля Bluetooth и аккумулятора в оголовье. Южнокорейский бренд также предлагает использовать шейный держатель. Samsung использует систему из двух микрофонов, один на правом конце и один на затылке, чтобы лучше подавлять шумы и обеспечить хороший звук при совершении звонков. Один из самых известных производителей аксессуаров для мобильных устройств предлагает беспроводные наушники с интересным решением. Капсула, лежащая на шее пользователя, имеет встроенный вибромотор, который не позволит пропустить звонок, когда гарнитура не используется. Сами наушники также имеют магнитные задние крышки на алюминиевых корпусах, просто сомкнув которые, можно остановить воспроизведение. Оцените видео, надеюсь, этот топ из лучших наушников из AliExpress оказался вам полезным. Покажите друзьям, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Впереди еще много интересного. Пока!